Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Циклер Квинтекс. Мне вчера наконец-таки удалось войти в цикл, так мне было никак не войти. Вот, и вчера наконец-таки в 22:30 я сумела войти в цикл. Вот у меня был $1 на депозите и активные циклы. И первое начисление мне придет только через 24 часа. Остальные начисления каждые 12 часов. Значит, первое начисление я получу 22:30 сегодня вечером. Вот, и сегодня в 10:30 начнется очередной цикл, и, естественно, я буду заходить. Работает только Perfect Money. Я хочу заранее пополнить баланс и показать то, что проект платит. У меня здесь денежка не задерживается, идет прямо на кошелек. Здесь только отображается начисление. Мне вот есть немножечко реферальных начислений, выплачено 43 цента. Значит, переходим в кошелек. Вот здесь выписка, значит, $1 я пополняла, так как у меня, я не работаю с этим кошельком, но у меня тут валялся доллар. Потом 10 центов, вот мне 6 числа пришло начисление с этого проекта реферальный, потом еще 15 центов. Далее, это я вчера пополнила $2, чтобы закинуть в проект. Плюс 15 центов. Мне вот так, 7, да, это было вчера. Еще пришло реферальные начисления. Вот, и я хочу пополнить на $2. Сейчас вот 20 минут до старта. Прописываю сумму 2. Так, секундочку. Так, друзья, $2. Ваш баланс. Так, создать заявку. Сейчас мне перебросят на... Так, что-то я не того. Создать. Так. Комиссия. Так. $2. Так, 2.00. Ну, ворона. О, 2 USD. Теперь пишу создать. Перебрасывать на Perfect Money. Клику создать платеж. Ввожу капчу. 5, 9, 1, 8, 6. Так. Так, 2 комиссия, 3 цента взяли. Подтвердить. Продолжить. Все, у меня на балансе $2. Так, статус выполнен. На сегодня Perfect Money. Опять иду я в цикл. И теперь, друзья, через 16 минут нужно будет заходить в цикл. Сюда я вставлю цифру 2 и буду нажимать «Войти». Пока я поставлю на паузу и после, как время подойдет, продолжу. Осталась 1 минутка, друзья. Не забываем добавляться. Сейчас я обновлю страничку. И уже поставлю циферку 2. Так, 2.00. Вот. И вручную. Очень трудно попасть. Как-то я вот пыталась. Вот так. Ну, 30 секунд. И сейчас будем жать на кнопку. И не забывайте добавляться в телеграм-чат. Там вся информация по проекту. Сейчас я на кнопочку нажму и вам покажу. Минимальный вход сюда
не 1 доллар, а 1 цент. Можно начинать с 1 цента. Вот считанные секунды. И нажимаю. Нажала. Сейчас подождите. Обновиться. Так, так, так. Опять войти. Видите, баланс. Вот такие баги здесь. Продолжить. Войти. Я не вошла. Вот видите. Вот нормально. Ну что ж, придется вот ждать. Вот так. Ну вот видите, как вот получается. Значит, сегодня в 22:30 буду опять пытаться войти. Баланс у меня остался на депозите. Капнула мне сюда еще монетка 26 центов. И вот на эту сумму буду пытаться тогда войти. Ну и у меня вот 1 доллар на депозите. И вечером я сегодня получу первую выплату свою. И также про телеграм-чат. Заходим. Смотрите, вот здесь написано. Так, необходимая сумма и минимальная сумма для вклада с одного человека 1 цент. Вот. Так, все, кто будет инвестировать в этот цикл, реферальные получат на баланс. Это временная мера. К следующему циклу уже будет реферальные идти прямо на кошелек. Спасибо за понимание. Ну, я эти денежки и все вложу, как бы, в следующий цикл. Ну, вот кто-то вошел, кто-то нет. Вот, зашел, попал, ура. Ну, вот видите. Утром немного легче попасть, пишут. Вошел. Я вот не вошла, нифига не легче. Ну, в принципе, на этом все. Я никого не призываю вкладывать. Я только даю вам информацию. Принимать информацию или нет, решайте сами. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.